Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброго здоровья, уважаемые подписчики. Объясняю ситуацию. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Я решил последнее видео перезаписать. Почему? Потому что вот мне лично сидеть так удобно. Вот удобно, я тут записываю. Но в связи с особенностями съемок, то, что впереди, ну, допустим, смотрите, голова кажется маленькая, живот большой. А если я сделаю вот так, то голова кажется огромной, а все остальное маленьким. То есть это особенности съемок. Но в любом случае, мне самому не понравилось, там как-то выпирает там живот, то есть все, пятое, десятое. Знаете, на самом деле у меня-то такого-то нету. Вот я перед вами сижу. О, какой огурчик. Итак, продолжим. Перезалив этого видосика. Смотрите, они тут пишут. Нарушение правил сообщества. Атеромассальные железы нагноение. Удалено из-за нарушения правил сообщества. Второе. Керосинчики, 36 уловок, это из записки голодающего, книга 2, там совсем о другом, удалено, главное слово, так, про керосин разъяснение, ладно, удалено. Оздоровление Эдуарда, это уже, так сказать, камень в огород, часть 6, как говорится, керосин и сода, удалено. Как действует лечение, это фундаментальное видео, разъясняющее, как этот процесс вообще идет. Капиллярное кровообращение удалено. Прекрасное видео, которое разъясняет, показывает, что, как. Не нравится. Паразиты не сдаются. Противопаразитарка, какое питание выбрать, не надо этого. То есть уже 9 предупреждений. Паразиты человека, тройчатка, все удалено из-за нарушений. В такой обстановке, плюс с замедлением Ютуба, просто-напросто работать невозможно. Я вам показал еще вот это вот видео, где я делаю тягу 600 кГц. 600 кГц тяга. Опа. Оторвал! Это вообще какое-то запредельное напряжение. И можно было бы сказать, ну ты тут нам лапшу вешаешь 600 килограмм и так далее. Но вот хорошо, что Дмитрий Спиридонов привез с собой элиту силовых видов спорта. Элиту. Александр, за счет каких качеств будешь сегодня побеждать? Дмитрий Геннадьевич, попробую оправдать тебя за счет силы и опыта. Максим, за счет чего будешь побеждать? Я буду побеждать, потому что меня, во-первых, никто не знает, а во-вторых, я... Образование физик будут за счет рычагов больше поднимать. За счет знания основ физики, да? Дмитрий Насонов. Микроамплитуду можно победить только еще большей микроамплитудой. Это моя тема, поэтому я думаю, все получится. И их мнение сейчас вы услышите. Пошел во вкус. Как ощущение, Александр? Отлично. А есть воля разумная? Необычная. Но это все не шутки, да? Следующее. Это вообще не шутки. 400 килограммов. Да. И Геннадий Петрович, 110. 400 килограммов, да. Сила растет во мне. Московский звон. Александр, что скажешь по поводу тяги 400 килограммов, Геннадий Петрович? Охуеть. Опа. Оторвал. Рекорд. И остается вас еще поздравить с Новым годом. Так что посмотрите на меня еще разок. Какой я на самом деле, когда занимаюсь. Не хочу сказать, что фонтан, но так сказать, небольшой родничок. На этом я и заканчиваю. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется. И всех людей.
сдается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, народ, наступает Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и по чоканье бокалам ходит счастье в каждый дом. Ой, веселись, народ, наступает Новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курока пей. Ой, веселись, народ, наступает Новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Ой. Бум-б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 ум-